прошло очередное выездное заседание рабочей группы по приемке и контролю реконструкции стадиона «Юность». Работы по реконструкции футбольного поля и беговых дорожек на стадионе «Юность» продолжаются по графику. Их завершение планируется к началу августа, но по словам первого заместителя главы администрации, реконструкция стадиона этим не ограничится. Входную группу спортивного комплекса, а также санузлы будут приведены в соответствие с требованиями доступности спортивного объекта для инвалидов и маломобильных групп населения. Все работы на стадионе «Юность» будут завершены к августу 2018 года. И торжественное открытие стадиона запланировано на 11 августа, в день физкультурника, когда к нам приедет губернатор на Ирбитскую ярмарку. Мы будем открывать стадион. Администрации города также направлено письмо на имя министра физической культуры и спорта Свердловской области Леониду Рапопорту, в котором выражается просьба о выделении временных трибун. После завершения чемпионата мира по футболу часть трибун центрального стадиона Екатеринбурга подлежит демонтажу, и их можно будет установить на новом стадионе «Юность».